Дорогие братья и сестры, учитывая обращение нашего президента и соответствующие постановления губернатора нашего Краснодарского края, мы, естественно, как законопослушная церковь, должны выполнить те предписания, которые нам рекомендованы. Учитывая эти рекомендации, деятельность Русской православной школы на предстоящую неделю полностью закрывается. Также деятельность воскресной школы и всевозможных кружков и секций при нашем храме. Будет закрыта наша чайная, которая принимает людей для того, чтобы после службы они посидели, пообщались. Но учитывая этот период, можно будет приобрести продукты только в разовой посуде и только на вынос. К нам в храм многие люди приезжают за водой. Источник также будет продолжать работать. И те, кто пожелает пить воду с источника, глубина которого 149 метров, и он полностью лицензирован и обработан, безусловно, он имеет разовую возможность доступа в свою посуду, которую люди принимают, эта возможность будет оставаться. Также временно прекращает работу наша православная библиотека, которая содержит большой фонд, но я думаю, что у наших прихожан достаточно книг духовной литературы, но скажу, что будет оставаться возможность приобрести молитвослов и самую необходимую литературу для духовно-нравственного укрепления. И действительно, сейчас много страхов, переживаний. Будем молиться, дорогие братья и сестры, Господь нас не оставит.